Актриса Юлия Проскурякова, супруга Игоря Николаева, показала себя в новом образе. Изменения произошли из-за проблем со здоровьем, передает телепрограмма. Так, в своих социальных сетях артистка опубликовала новое селфи, на котором позирует с очками на лице. «Теперь официально очкарик. Как вам?» – написала она. По словам звезды сериала «Слезы осушат ветер», она предугадала, какие комментарии оставят подписчики, поэтому заранее предложила варианты ответов. 1. Ужас. 2. Очень мило, тебе идет. 3. Колхоз. Впрочем, как всегда. 4. Стильно. 5. Старость не радость. 6. Добро пожаловать в клуб очкариков, пошутила актриса. Фолловер не стали хейтить артистку из-за потери зрения и выбирали в основном второй, четвертый и шестой варианты. О причинах ухудшения зрения 41-летняя Проскурякова не сообщила, но носить очки, судя по всему, не считает зазорным.